Сейчас эту роль в одиночку исполняет бурый медвежонок Мишка Сочник, веселый, добрый, любознательный любитель приключений. Мишкиными помощниками и друзьями станут еще два персонажа, которых придумают участники конкурса. Авторы лучших идей получат приглашение на торжественное открытие Сочи парка 1 июня. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в период с 1 мая по 1 июня отправить в Сочи парк творческую работу с изображением талисмана и указанием ее автора. Сканы рисунков и изображения в электронном виде принимаются на адрес PR Краснодар @mail.ru.